уже доступен, то есть ребята просто нажмут их. Классочку побежал, да, погибает. В ответочку хорошо поменялся, кстати. Да, и они там появились где-то там весной прошлого сезона. Так, вот у нас пока что видим то, что на андайнга опять напали, отпускать его не должны. Он успел поставить тамбу, подкормит ли? Нет, тут, скорее всего, подходить не будет. Там Грим еще пришел. Ну тут плохо, как же он тебя плохо чуть спас? Падение на Стэма. Ух, есть, отлично, Эрроу подцепил. Ликантропу пока что запирает, есть еще и лассо. Что там на лассо катается? Что там подзацепили, непонятно что, если честно. Там Ликантроп подцепили, но по итогу это минус 3. Я так ощущение, что он не ехал никуда просто вслед за Патрайдером, поэтому я усомнилась. И пока размен получился 3 в 1, невыгодный для команды. И дробка пришла, надо делать тэп-аут. Есть чем сбить? А там пытается помочь улететь Бэйн, отдаст свою жизнь за то, чтобы его Кэрри жил. И поэтому это 4 в 1. Здесь пока что только пришел в этот файт. И есть момент, где закрывают андайнга. Очень быстро рассыпается он. Также будет следующий поставляться Гримстроук. Минус Грим. И вот есть такая ситуация в команде, нужен какой-то крепкий инициатор, а там у тебя Аликан, который там может предпушить, и, в принципе, больше ничего. У тебя Хунка наносит кучу урона, есть Сайленс, не дают ворваться. Ну и сейчас камбэчный, давай, заливка. Камбэчный, отлично, должны были стирать троих, но погибает один только пуш пока что. Та 2000 отходит, его просветили, его это не слишком сильно волнует, Реал может погибнуть, его на крест там посадили. И еще одна КТО-тычка нужна, хорошо, даблкил уже для Та 2000, а тут гоняет все за ОД, и это может закончиться плохо для Марлина, потому что сейчас развернется Кунга и покажет, кто здесь хозяин камбэч. Как же он мистует убийство лучше, чем какого? Палку давай, спасай тиммейта. Нет, он просто смотрит. А у него кулдаун. Он знаешь, он как этот Шрам, который смотрел, как умирает Муфаса. Примерно так получилось. Но ОД погибает. Это хороший фраг. Еще и Квапу забрали. Отлично стрики поснимали. Но пришел пуш и все проблемы решил. Это минус 2 в исполнении команды Вик Гейминг. Есть шанс Антоху забрать, но пришел. Все равно ОД в топах Нендерса. А пока нападение на Гусейна ультимативное у нее вроде как нет. Есть Рор. Два ультимативных. Так, отлично, но пока что она живет, еще есть корабль, теперь с урончиком будет попроще, и у Марлина трудности, его на крест посадили. Обидно. Надо добивать. Ой, да. Не получилось затаймить, господи, чуть-чуть не попал. Без шансов, он кинул арбу до того, как да. Повесился. Да не, я показал, что он как попытался перескочить уже после того, как он на кресте. Не, там суть в чем, типа, если получилось. Ты кидаешь арбу до того, как повесился крест, угу. То он просто не нужен. Не пытается да. Ничего тебя там замаскивать, че-че. Тычка. Через крипа, давай, разбираться с бараками. Ну и пока видим то, что я слышала звук Орчита где-то там, он где-то был скастован. Он где-то был скастован, попытался сделать что-то из этого Манки Кинг, но тут видим то, что Сэмсэм у нас попался, поставится арена также еще и от МК, но у Сэмсэма трудности начинаются. Правда, Антоху закрыли, Антоху может погибнуть, но он начинает разваливать ТА 2000. Это минус Марс, есть байбек от Антохи, он вернется обратно, Антоху теперь уже после ульты, да, вернулся и сразу же начал наваливать по противнику. Есть проблема дизраптора, он пытается спасти себя сеткой, но ненадолго хватило его. Вот, ну, да, крипов, правда, опять нет. Да, вон там но они могут, по идее, пробить и так. Это раз. Во-вторых, да, ГГ. ГГ, в связи с тем, что тоже понимаешь, что так оно случится.